Суд в Триполи приговорил к смертной казни Саифа Али-Ислама Каддафи, старшего сына бывшего ливийского руководителя, и еще 8 высокопоставленных должностных лиц эпохи Муаммара Каддафи. Приговор был озвучен в отсутствии Саифа Али-Ислама Каддафи, который предположительно находится в городе Зинтани в руках вооруженной группировки, не признающей легитимность властей в Триполи. Последний раз Каддафи участвовал в судебном заседании в июне 2014 года посредством видеоконференции, говорит адвокат подсудимых. Приговоры очень жесткие, мы не ожидали этого и подадим апелляции на эти приговоры в Верховный суд. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Европы, Amnesty International и Human Rights Watch назвали процессы приговора несоответствующими международным стандартам правосудия.